Каждый день войны – это усугубление глобальных угроз. Это новые возможности для России провоцировать нестабильность в разных регионах мира, в том числе и голод. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении. Чтобы избежать ужасающих последствий, необходимо ужесточать санкции против России. Мир уже признал, что блокада России и наших портов, и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. Российские чиновники откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и к каким миграционным потокам это приведет? Сколько тогда придется потратить, чтобы преодолеть последствия? Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против России или пытается отсрочить помощь Украине. Каждый день войны – это усиление глобальных угроз. Это новые возможности России провоцировать нестабильность в двух регионах мира. Не только здесь, в Европе. Это и новые потерянные жизни в Украине. Украинцев, украинок, которые отдают самое дорогое, чтобы свободно жить могли все. Поэтому давление на Россию нужно гораздо больше. И я об этом говорю очень откровенно и ежедневно всем, от кого это зависит.